«Гепард». И вместе с «Скоглей» в сезоне 18 года. Спасибо, ребята! Повернитесь лицом вместе с руководителем. Thank you.
вот Андрей Масленников заезжает. Но СТК Таис Моторспорт казанской команды Дмитрий Брагин прекрасно представляет награду. Ему вручает Алексей Басов, один из самых титулованных гонщиков в России, мастер спорта международного класса, чемпион мира. Ну и победителем в этой гонке стал легендарный Кеша Кирилл Латыгин. Все призы, призеры и победители получают награды от мамы Карелии, экологически чистые продукты. Вот такая у нас картинка. Немножко она асимметричная, но счастье на лицах пилотов не убавилось. А теперь какого вкуса шампанское, что ли? Сейчас мы попробуем. Я приглашаю пилота спортивно-технического клуба «ТАИС Моторспорт», город Казань, Тимур Шекабандиров! Четко в Казани, по-моему, там не было. Тимур Шекабандиров! Дмитрий Конецкий, директор СМП «Рейсинг», вручает заслуженную уникальную авторскую награду. Кубок за третье место в зачете трофи. На вторую ступеньку пьедестала почета поднимается московский пилот гоночной команды УГМК Rail Pro Роман Голиков. Создатель команды Илья Кашин в Москве сражается за призы награды Московского класса Гран-при. А Роман Голиков второй день подряд на высочайшем уровне несет с нами своей команды вместе с москвичом Антоном Бадоевым, который становится победителем в зачете трофи. Очень серьезные противники были у него. И Тимур Шекабандиров, и Роман Голиков, ну и Олег Петриков, руководитель СМП и РСКГ, вручает Антону еще одну заслуженную награду. Антона Бадоева команда победу на четвертом этапе во второй гонке одержала команда УГМК Ралли Про. Rail Pro, так и написано на Антоне Бадоеве, и его заслуга, что у нас появилась вот эта команда.
которые благодаря совместному Но в зачете трофей фантазии ничуть не хуже, чем в абсолютном зачете. И... Да, главный день победы совершенно заслуженный, заработанный и завоеванный, можно сказать. Потому что
Советский пилот Михаил Метелев. Команда «Лада Спорт». Давайте все встаньте на первую ступеньку. Там, правда, желтым, я думаю, Михаил Ильяев победит. Поднимем кубки повыше. Он не повыше. Желаний и сил для того, чтобы бороться за победу. Сегодня в решающей гонке не было радости одному пилоту, но начнется. Thank you.
болеем. Очень рад. Смотрим все гонки. Может, сюда еще? Да, давай. Снимаем. Сопровождение. Спасибо. Поход сегодня вообще отличный. Просто я буду искать. Очень рад, что приезжали. Ну да, атмосфера. Здесь, да, очень нравится. Внимание, внимание! Объявляется 5-минутная задержка к началу предстартовой процедуры в классе национальной. Повторяю, объявляется 5-минутная задержка к началу предстартовой процедуры в классе национальной. Также напоминаю, кто забыл свои очки на битуале во время предстартовой процедуры, просьба подойти на ресепшн. Место. Серег, тебя знаю.
пропустили нам, пожалуйста, бронзового призера. Все-таки он прорвался. Питер, вчера не получилось, сегодня да. Алексей Батов, мастер спорта международного класса, пилот СМП Рейсинг, вручает своему коллеге заслуженную награду. Ну и победитель сегодняшней гонки, очень тонко он ее построил. Игорь Вовлин, поздравляй! Город Санкт-Петербург! И коммерческий директор вручает награду Игорю Львову. Все призеры и победители получают призы из Карелии. Мама Карелия, самые экологически чистые продукты для победы в чемпионате. Ну и успех Игоря Львова и его коллеги по команде Александра Сасика за этот вечер. Первое место во второй решающей гонке класса на задании команде Red Bull Drive. Алексей Батов вручает командный кубок за решающую вторую гонку этапа Александру. Поддерживал наших пилотов. Успехов, хороших дорог.